Видео уроки корейского языка. Чинан шигане ёром нальширыл кумбухиттио. И шиганэнэн гаэл нальширыл кумбухибудро хагисмнида. Монжо, ёроме дэан гэрэл илго болькайо? Ёромэнэн мудопко бига мани неринда. Летом жарко, душно и часто идут дожди. Йодимын тки тигу оннан хуае юнянгэро хангуге ёроми ежумпода то кильгу топтанын ягерыл мани ханда. В последнее время из-за глобального потепления на планете говорят, что лето в Корее стало гораздо длиннее и жарче. Йорми киродинын манкын понгуа каурын цялькин нэккёдинда. Лето стало длиннее и, соответственно, осень и весна стали короче. Или так ощущаются. 여름에는 더위를 피해 강, 바다, 산 등으로 피서를 가는 사람들이 많다. Летом люди, очень много людей прячутся от жары, едут куда? Канг на реку, пада на море, сан дынро в горы и так далее. Писорыл када – это выезжать за город, на речку, на море, в горы, чтобы беречь себя от жары. Туан, чангма, чипчунхову, тэппунг дыни чадяол су иссымыро, бипараме дэбихэя ханда. А также чангма, помните, чангма, это муссонные дожди, чипчунхову, это когда идут дожди, в одном каком-то регионе, типунтни, тайфун, тын и так далее. Чадя ульсу и сымро. Может быть в любой момент тайфун, поэтому пипарам, то есть ветер и дождь, и нужно быть готовым к этому. Не, яробун, иди, хангуге каэль начерэль араболькайо. 한국의 가을 특징은 한국의 가을은 9월부터 11월까지예요. 기온은 9월 달에 24도에서 25도까지예요. 그다음에 10월에는 18도에서 22도입니다. 그다음에 11월에는 10도에서 16도예요. 날씨가 대체로 건조한 편이고 맑고 화창하다. 건조하다, помните, сухо. Осенью в основном погода сухая, малько, ясная, 화창하다, солнечная. 포근하다, 포근하다, мягкая погода. 하늘이 높다, небо высокое. 시원하다, и прохладненько, то есть приятно прохладно. В даме иди мите помнен, ой, сонсонада, сонсонада, сонырада, сальсарада. И все это означает по-русски прохладный. Здесь я расположила в том порядке, в каком больше понижение температуры ощущается. Сонсонада прохладный, но уже более прохладно, чем щионада. Сонырада, вот, обычно по утрам бывает вот такая прохлада, уже так холодновато. Сальсарада, это уже прохладно-холодно, ближе к холоду. Подами чупта, это уже холод. 그리고 가을에는 비가 옵니다. 그거는 가을비라고 합니다. И называется осенний дождь. 가을비. 알겠죠? 그리고
Каоренен отке нагёби тида. Нагёб – это листопад. Тида, то есть листья начинают что? Опадать. Криго танпунг. Танпунг – это клён. Танпуни тльда, то есть клён начинает окрашиваться в красные, желтые цвета. Криго кыкедёре сарамдери мосыл ханынди пальтон. Танпунг норирыль када. Танпунг, уже вы знаете, нори. Это не игра, а именно означает танпунгль кугёнада. То есть любоваться багряными этими кленовыми листами. То есть когда клен начинает окрашиваться в красные, в желтые цвета. Люди едут любоваться. Это называется танпунг норирыль када. Либо танпунгль кугёнада. Криго надри. Надри рыль када. Надри – это прогулка. Займет за город. Начига чунника надри рыль. Сарамдри мани камни, да? Криго. Что еще делают осенью корейцы? Поздней осенью, уже накануне зимы, они готовят кимчи. Это называется кимджанг. Кимджанг-ль хада. Можно сказать кимджанг-ль тамгыда. То есть по-другому что? Кимчи-ль тамгыда. То есть готовят кимчи на зиму. Не, ироке. Где хангу кэль начир-ль арапуанныдэйо. Кром, чамкан кэль начи-е деян ёнсанг-ль болькайо. 날씨가 정말 좋아요. 많이 시원해졌죠? 네, 지난주까지 상당히 더웠어요. 이제 여름이 지나간 것 같아요. 맞아요. 어제부터 기온이 많이 내려가서 아침 저녁으로는 날씨가 쌀쌀해졌어요. 그래도 낮에는 바람이 시원해서 정말 가을이 온 것 같아요. 가을이 오면 산에 단풍이 들기 시작하겠네요. 한국의 단풍은 정말 예뻐요. 우리 같이 단풍 구경하러 갈까요? 좋아요. 같이 가요. 자, 여러분 잘 봤죠? 이 두 사람은 즉 무엇에 대해서 이야기하고 있죠? 네. 이제 여름이 다 지나고 이제 가을이 다 됐다고 이야기하고 있죠? 기온이 많이 내려갔어요. 그리고 날씨가 이제 어떻게 됐어요? 많이 쌀쌀해졌어요. 특히 아침, 저녁으로 많이 쌀쌀해졌어요. То есть утром и вечером стало достаточно холодно. 이제 여름이 다 지나가고 이제 가을이 다 된 것 같아요. 이런 이야기를 했어요. 그럼 여러분 이제 가을에 대한 글을 읽어볼까요? 일기 2번 하겠습니다. 다음은 일기 예보입니다. 일기 예보, это прогноз погоды. 내일은 전국에 가을 비가 내리겠습니다. Завтра по всей стране ожидается осенний дождь. 북쪽에 비구름이 차츰 내려오면서 아침에는 수도권 지방, 낮에는 중부 지방, 저녁에는 남부 지방에서도 비가 오겠습니다. Облака северной части постепенно переместятся и принесут с собой осадки. Утром ожидаются осадки в столичном регионе, днем в центральном и вечером в южном регионе. 특히 중부 지방에는 벼락과 돌풍을 동반한 요란한 비가 내릴 전망입니다. 전망입니다. Это как бы ожидается, то есть в перспективе. Особенно в центральной части ожидается дождь, который будет сопровождаться грозой и шквальным ветром.
Ульпунг – это вихрь, шквальный ветер. Тунгбанада – сопровождать. Юранада – очень шумный. То есть не просто будет ветер, а будет что еще? И молния. Тюнмангимда – пига, нериль, тюнмангимнида. Обратите внимание на структуру этого предложения. То есть это ожидается. 예상 강우량은 30mm에서 60mm 정도가 되겠습니다. Уровень осадков предположительно составит от 30mm до 60mm. 오늘 낮 기온은 서울 23도, 대전 26도, 전주 27도, 부산 29도로 예상됩니다. Сегодня температура в Сеуле 23 градуса, в городе Тэдён 26, в городе Тёнджу 27 и в Пусане 29. 비가 그치고 나면 사살해질 것으로 보입니다. После дождя ожидается похолодание. 사살해질 것으로 보입니다. То есть ожидается, предполагается, что похолодание, когда пройдут дожди. Пига кытчиго намен. Кытчида, вы помните, прекращаться. Дождь прекращается. Даме море соуря ачимкионен чибидокади тук тороди гессмнида. Послезавтра в Сеуле в утренние часы температура резко пойдет на спад. Опустится до 12 градусов. Ерабун, где мите чилмунете дапе болькайо? Нейрин ачимпто чонгуге пига неригетта. Масымника. Завтра с самого утра по всей стране будет дождь. Масымника. Анимнида. Вениамен, судокон тибанын онде наде. Даме, намбу тибанисонын онде чонёге. Судокон тибанисон ачиме, наденын чунбу тибан, чонёгенын намбу тибанисо, иде пига неригесмида. Ибон, нейрын, киони тук тороджо соуре ачим кионнен 12도가 되겠다. Масымника. Завтра температура резко опустится, понизится. И температура утром в Сеуле составит 12 градусов. Тлёсымнида. 12도까지 кионнен онде. Тродигесмника. Не, море. Море. Не или анигу, море. То есть опустится, но когда? Не завтра, а послезавтра. Море это послезавтра. Тлёсмнида. Самбон. Кига кычимён. Киуни мани надядзил кошида. Дождь прекратится, и что? Киони мани надядзиль кошида. Надядзида, то есть будет опускаться, то есть опустится намного. Го масымника, не масымнида. Тук тородида, тородида это падать. Тук, вот так вот резко. Игонен масымнида. Еробун иди. Тытки ибон хагесымнида. Ибон. 다음을 잘 듣고 들은 내용과 같으면 O, 다르면 X에 표시하세요. 요즘 날씨가 많이 선선해졌지요? 이제 정말 가을인 것 같아요. 네, 오늘 새벽에는 조금 서늘했어요. 당분간은 이렇게 좋은 날씨가 계속될까요? 아마 그럴 거예요. 일기예보에서도 이번 주는 날씨가 좋다고 했어요. 그럼 이번 주말에도 나들이 가는 사람이 정말 많겠네요. 자, 여러분 다시 듣고 따라해보고
번역해 봅시다. 요즘 날씨가 많이 선선해졌지요? Последнее время, правда, ведь стало свежо. Солнце надо. Если помните, сначала шило надо, приятно, прохладно. Солнце надо. Тоже прохладно, но уже так свежо. 이제 정말 가을인 것 같아요. Да, теперь, мне кажется, точно осень наступила. 네, 오늘 새벽에는 조금 서늘했어요. Да, сегодня под утро было достаточно прохладно. Холодновато, так скажем. Вот здесь уже сонырада. Сонырада – это более прохладно, чем сонсонада. Уже так зябко, холодновато. 당분간은 이렇게 좋은 날씨가 계속될까요? Интересно, вот такая хорошая погода продержится еще? 당분간 Это через какое-то недолгое время, то есть, может быть, какой-то короткий период. 이렇게 좋은 날씨가 계속 될까요? 아마 그럴 거예요. Наверное, наверное, так и будет. 일기예보에서도 이번 주는 날씨가 좋다고 했어요. И синоптики обещали, что и на этой неделе Погода будет хорошая. 그럼 이번 주말에도 나들이 가는 사람이 정말 많겠네요. Тогда и в эти выходные, скорее всего, многие отправятся на прогулку или отдыхать. Надыри када. Это идти на прогулку, ехать куда-нибудь, пойти прогуляться. Так, да, мне идея, Робун. 손손하다, 서늘하다, 네, 그 다음에 당분간. 이렇게 새로운 어휘를 다시 읽어보았습니다. 일기예보, прогноз погоды, 좋다고 했어요. Сказали, получается, да, в метеоцентре, что будет хорошая погода и на этой неделе, то есть в эти выходные. 이제 여자는 당분간은 이렇게 좋은 날씨가 계속 될까요? 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 В данном случае означает что? Интересно. То есть это вопрос даже не к нему, а просто интересно. А еще какое-то время сохранится вот такая погода. И сегодня грамматика «Унэль пиуль мунпобэн» «Лькайо». Где мунпобэл? Анбон, и мунэль тонгэсо сальпёболькайо? Не, лькайо. Ярубун, лькайо? Ярубун чаль анэндэйо? Унэль манналькайо? Анимён, пани тоунде чангмунэль ёлькайо? То есть душно, жарко, может Откроем окно. Вы знаете эту форму. Онель манналькайо. Может, сегодня встретимся? Крунде. Онель иммунпоблен пиунэнде илькайо. Том тарэн тсэль натанэмнида. Означает другое. А что? Просто интересно, а будет ли? 보세요. 아, 왼쪽 보세요. 오늘 밤에 비가 내릴까요? Это не кому-то вопрос, а просто слух. 오늘 밤에. Интересно, сегодня ночью будет дождь? 내일 날씨가 추울까요? Интересно, завтра будет холодно? 알겠죠? И справа, 오른쪽. «Илькайо» означает другое. «Илтросо» – «Ка». «Бальпё чунбирэль хонжа хэя ханэндэ» – «Чогым химдрго катайо». Нужно подготовиться к выступлению
самостоятельно. 조금 힘들고 같아요. 그래서 так это нелегко. 내가 도와줄까요? И здесь 도와주다 это глагол. Мне вам помочь? 내가 도와줄까요? Вообще-то 제가 должно быть. 제가 도와줄까요? Может мне вам помочь? Так. 이제 두 번째 문장 봅시다. 오늘은 날씨가 정말 좋네요. Сегодня погода правда хорошая. 우리 같이 산책을 할까요? Может, вместе тогда прогуляемся? То есть, может, прогуляемся? Итак, 도와줄까요? Мне вам помочь? А во втором, может, прогуляемся? А сегодняшняя грамматика означает не первый и не второй. Означает, что просто интересно, будет ли дождь. Интересно, будет ли холодно завтра. Альгетё, ему чугум топ общи, да? Нейльдо нащига чулькайо. Интересно, завтра тоже будет хорошая погода? Ама чулькоэйо. Наверное, будет хорошая. Чеджудое содо нунсарамэль мандельсу исылькайо. А на Чеджудо, интересно, тоже можно лепить снеговика. Чеджудое нэн нуни кои анвазо ама мандалькоэйо. На Чеджудо практически не бывает снега, поэтому вряд ли получится. Нэйль нуни олькайо. Интересно, завтра будет снег? Лисео, чудо тяль морги свое. А вот даже и не знаю. Чуон надырио. Чуон – это степь. Надыри – прогулка. Прогулка по степи. Синтя синнагеннендео. Синнада – это быть веселым, получать удовольствие, быть радостным, быть в приподнятом настроении. Геннендео, гет, мы уже знаем, альдянайо, означает что? Предположение. Наверное, будет действительно здорово. Кронде, чудо марль тальсу исликайо. Марль тада, это кататься на лошади. Но смогу ли я? Интересно. Имеем в виду, что интересно, смогу ли я сесть на лошадь, то есть кататься на лошади. Бундо табон чоги опко дынё. Потому что я ни разу никогда не катался на лошади. Илькайо. Так, даме. Иде йонс мунде пуробобщи, да? Боги. Нельдо нальшига чулькайо. Интересно, завтра тоже будет хорошая погода? Чульго катайо. Кажется, будет хорошая. Пига мани ода. Мандру босео. Пига мани олькайо. Интересно, будет сильный дождь? Не, крылго катайо. Кажется, да. Ибон, крисмасэнэн нуни нерида. Нуни нерилькайо. Интересно, крисмасы, альдё, еробон. Рождество. Будет ли снег? Кльсео, а вот даже не знаю. Кыктяне сарами манта. Кыктяне сарами манылькайо. Интересно, много людей будет в театре. Онари хюриника сарами манылько. Анылькоэйо. Ну, сегодня что, выходной, поэтому, скорее всего, будет много людей. Атиащига и сунмурль чуада. И сунмурль чуалькайо. Интересно, Атиа, ей понравится этот подарок? Минди шига чунсонкот чунбихэссиника, атия шидо чуалькоэйо. Минди, от всей души вы подготовили этот подарок, поэтому
ей, скорее всего, понравится. 이번 시합에서 우리 팀이 이기다. 이길까요? Интересно, вот на этом состязании наша команда победит? 네, 꼭 이길 거예요. Да, точно победит. 오전에 일을 다 끝낼 수 있다. 일을 다 끝낼 수 있을까요? Интересно, до обеда смогу ли выполнить или сможем ли выполнить всю работу до конца? 오전에 끝내기에는 일이 좀 많네요. Здесь грамматика 끝내기에는 오전에, ну, чтобы закончить это до обеда, все-таки много работы, многовато для этого. Так, далее. 시험에 합격하다. 합격하다, если помните, сдать экзамен. 시험에 합격할까요? Интересно, я сдам экзамен. 열심히 준비했으니까 좋은 결과가 있을 거예요. Ну, ты готовилась или готовился усердно, поэтому будут хорошие результаты. 공항까지 모셔다 드리기는 했는데, 공항, помните, аэропорт? 모시다, это уважительно про старших, про родителей, про учителей, про тех, кто старше, когда вы оказываете им какую-то услугу. Здесь мощида трида, то есть проводить кого? Здесь пумонним, родители до аэропорта. Пумонним은 고향에 잘 도착하셨다. И вопрос, 일까요? Пумонним은 고향에 잘 도착하셨을까요? Здесь хашотта в прошедшем времени, значит, лькайо можно добавить к основе прошедшего времени. Пояне чаль, тотяк хашот лькайо. Интересно, они благополучно добрались до места, до родины? Тигымтим, тотяк хашот лькайо. Тигымтим. Ну, вот уже, наверное, сейчас тотяк хашот лькайо. Наверное, вот уже сейчас они доехали. 부모님께 전화 드려보세요. Позвоните родителям. 자, 여러분, 이제 알겠죠? 일까요? 일까요는 사람이 그냥 어떻게 이렇게 생각하는 거예요. 잘 모르니까 그래서 일까요? Интересно, будет ли? 알겠죠? 이제 가을에 대한 글을 읽어봅시다. 가을에는 비가 많이 오지 않아 대체로 건조한 편이며 맑고 화창한 날씨를 많이 볼 수 있다. осенью дожди бывают не так часто. 대체로 и в основном 건조한 편이며 в основном сухо, 맑고 и ясно. 화창하다 это у нас что? Солнечная погода. Итак, осенью дождей не так часто бывает, и в основном это сухая, солнечная, ясная погода. 특히 산에는 단풍이 아름답게 들기 때문에 많은 사람들이 단풍 구경을 떠나기도 한다. Особенно в горах клён начинает окрашиваться в красный цвет, багряный цвет, арымдапке тылгитте муне, танпуни тылда, означает начинать окрашиваться арымдапке. Очень красиво начинает окрашиваться вот этот цвет, клён. Манын сарамдыри, и очень многие, много людей, танпун кугёнгыл тонаги дуганда, едут смотреть, любоваться вот этим клёном, этим багряным, багрянцем. 늦은 가을에는 거리에서 낙엽을 많이 볼 수 있다. А поздней осенью на улицах можно увидеть листопад.
이제 여러분 이렇게 가을 날씨를 공부해 보았습니다. 어땠습니까? 재미있었습니까? 그럼 마지막으로 멋있는 그림을 아니면 사진을 볼까요? 보세요. 얼마나 아름다운지. 멋있죠? 이거 단풍입니다. 단풍이 들다. 사람들이 단풍 구경하러 갑니다. 뭐라고 하죠? 단풍 놀이를 하다. 네, 멋있죠? 네, 그럼 이만 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 비디오 уроки корейского языка.